Важнейшие вопросы, которые возникли после обнуления нашего стареющего диктатора, это политические репрессии. Совершенно очевидно, что еще до этого начались гонения на Павла Николаевича Грудинина, который в 2018 году составил реальную конкуренцию Путину на президентских выборах. У него был реальный шанс победить, если бы не та травля, которая началась на общефедеральных каналах. И что мы в итоге получили? Сейчас, если до этого к нему претензий никаких не было, с 2018 года у него планомерно стали отнимать совхоз имени Ленина, акции этого совхоза. Действительно народное предприятие, более 500 работников, из них более 300 являются участниками этого предприятия. Оно по-настоящему народное. Там не просто какой-то олигарх этим владеет, народ им владеет, работники сами. И сейчас все это отжимают у него. И понятно для чего? Для того, чтобы, во-первых, его наказать, во-вторых, там устроить жилую застройку. Это уже очевидно. Слишком лакомые земли для сегодняшней власти.